преддверии Дня Героев Отечества председатель Совета ветеранов Управления Росгвардии по Республике Дагестан, подполковник полиции в отставке Ильяс Насриханов и сотрудники ОМОН «Горец» посетили Героя России, командира махачкалинского ОМОН, полковника милиции в отставке Загида Загидова. Ильяс Насриханов вручил Герою России поздравительный адрес и памятный подарок от ФРИО начальника регионального управления ведомства полковника Георгия Котова. Своими героическими совершениями вы приумножили силу и славу нашей Родине. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для грядущих поколений россиян. Уверен, что ваш высокий пример вдохновляет нашу молодежь на великие дела во имя величия и процветания России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Герой России Загид Загидов, в свою очередь, поблагодарил гостей за оказанное внимание и выразил уверенность, что росгвардейцы продолжают славные традиции боевого братства. Полковник милиции в отставке Загид Загидов является участником афганской войны и боевых действий на Северном Кавказе. В 1999 году спецбатальон под его руководством дал отпор международным бандформированиям в Цумадинском, Ботлинском районах и Кадарской зоне Дагестана, за что он был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. После событий 1999 года Загид Асмалалович был назначен командиром ОМОН. Он также удостоен Ордена Мужества, медали за боевые заслуги, ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами и других наград.